Мир и устойчивый туризм. Под таким девизом в ОАЭ проходит ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации. Представители индустрии встретились, чтобы обсудить меры для обеспечения устойчивости туризма в период после пандемии. Азербайджан на саммите представляет бюро по туризму. Генеральный директор бюро Флориан Зенгшмидт выступил на сессии стратегии туризма в направлении устойчивого путешествия «Новое видение туризма». Он представил информацию о новых направлениях индустрии в Азербайджане, маршрутах культурного наследия, туристических продуктах и проектах. Гендиректор также подчеркнул важность защиты культурно-исторического наследия для развития туризма.